давайте я вам еще покажу наших медвежат. Девочка и мальчик еще в продаже. Поэтому, если вам понравится... Я специально Джека выпустила, чтобы он их отвел от забора. Так вот, если кто-то хочет толстого тюленя, увольня, спокойного... Это просто у них новая собачка сейчас, и они тут бегают активно. А на самом деле это медленное, спокойное животное. Собака, животное. Вот такие медвежата продаются по символической цене, не для разведения, для любви и обожания. Сейчас я их позову. Куть, 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 куть. Ко мне, ко мне, ко мне. Очень любят людей, росли в большом количестве людей, любят детей. У них отсутствует агрессия к людям. Они приучены к выгулу на поводочках. У них сделаны все прививочки. Вот такие малышатки. Очень контактные. Все думают, что если взять большую собачку, ну уже вот как бы возраста старше, там двух месяцев, трех, они не привыкнут. Эти привыкнут, даем 100% гарантию, потому что мы знаем родителей. И, кстати, их папа к нам приехал, когда ему было уже 6 или 7 месяцев, то есть в таком же возрасте. Можете посмотреть на канале видео другие. Вот, Шрути приехал, нас полюбил. Это шикарная собака, добрая, классная, послушная. Ну и по предыдущим видео вы могли видеть, что он опять стал чемпионом, он выиграл, он ЛПП. Вот, мама у этих детей точно такая же. А мама у нас знаменита не выставками, а именно своими детьми. Дети мамы живут в Лондоне. А, ее сестра живет в Лондоне. Детки живут в Перу. Также детки живут в Ирландии, в Торонто. То есть эти не уехали, границы наши закрыты. Да, я даже не размещала объявление за границу, потому что вывести сейчас щенков невозможно. Они там пьют водичку, набегались. Вот 15 минут бега, и все, они уже стали ходить спокойные, они уже... Вот у нас идет Ольга Борисовна, все ее любят, она всех кормит. Вот теперь их можно снять вместе. Двое из этих детей, мальчик и девочка, могут стать чьими-то. Поэтому, если заинтересовали, пишите, звоните. Ко мне! Ко мне, ко мне, ко мне! Это тут Джек пришел. Ко мне, слонопотамчики! Ко мне! Я еще отхожу. Пошли, пошли, зайки! Ну, тут самый, вот самый мех. Очень жарко сегодня. Они думают, что очень жарко. Кстати, и жару в летом мы гулять не будем. Мы будем гулять ночью, либо рано утром. Ко мне! Ну, овчарка, конечно. И толстопопики. Знаете, скорее всего, бегают девочки. Мальчики, они более самодостаточные. Да, солнышко? Да, бегемотик? Бегемотик толстый. Ну все, пошли других животных смотреть. А еще один пришел. Еще один пришел. А вы знаете, как спят норки, которые не чувствуют опасности? Мяу! Привет! А мужик притворился вообще мертвым. Кошка. Ноль эмоций. Девочка, вот тут интересно, что мы принесли. А, пацан. Сейчас кому-то укусят за нос или за язык. Джек и норка. Дурак. Дурак, да. Странный зверь. Здравствуй, солнце мое.
Ты меня кусишь, если я тебя поглажу? Ей любопытно, ему любопытно. А пацан спит. Не, он не сдох. Если его палочкой потыкать, он проснется. Сейчас. Да, ну, Джек, подожди, у нас... Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас разбудили. Ничего, заснете. Отдай ветку. Нервная овчарка. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Что случилось? Сейчас пойдем гулять. Да, вас заперли. Заперли, гулять не пускают. Бедняжки. Пошли гулять. Гулять? Гулять?